вам вазоны. Но не просто вазоны, цветочницы-вазоны, предназначенные для озеленения городских зон отдыха. Ну, поверьте, если у вас сад большой и зона отдыха у вас в саду большая, эти вазоны тоже будут прекрасны и уместно смотреться в любом саду с любым ландшафтным дизайном. Чем хороши эти цветочницы и вазоны? Они бывают на 3 горшка, на 2 горшка и есть на 1 горшок. Здесь мы приготовили вам композицию из 3 кашпо, которые имеются в продаже, свободные. А вот здесь композиции из горшков, которые мы на нашем собственном производстве изготовили. Вот эти кашпо, как нельзя кстати, вписываются и прекрасно сочетаются именно с коваными элементами. И самое главное, покраска этих кашпо точно сочетается с нашими вазонами, о которых мы уже много-много раз рассказывали. Вазон на 3 горшка. Удобные цепи прекрасно держат вот этот вазон. То есть вазон никуда не денется. Устойчиво, и самое главное, вот это крепление очень надежное. 3 разных по размеру вазона. Вы можете посадить ампельные растения, которые будут каскадом спускаться. Можете, как у меня, вот так высадить пеларгонии с миниатюрными сортами петунь. Это тоже смотрится очень оригинально. Кованый прут. Вся конструкция выполнена из кованого прута. Он цельный, не полый внутри. То есть, несмотря на то, что кажется, что прут небольшой, конструкция очень устойчивая. И, конечно же, внизу оформление самого основания. Я могу сказать, что художники постарались на славу. Посмотрите, как четко, красиво выполнены все завитушки. Такое ощущение, что они к нам пришли из античных времен. Красиво, надежно и оригинально. И еще я хочу отметить, что элемент декора присутствует фактически во всех наших моделях. Вот такой цветочек. Он присутствует даже вот с настенной шпалеры. Посмотрите, точно такой цветок, шарик. Все это сочетается один с другим элементами. В наших шпалерах, будь то стеновые, будь то для цветов, будь то даже для огурцов, тоже есть элементы вот этого красивого кованого декора. Покрыты специальным составом, который не боится атмосферы и могут находиться на улице на протяжении всего сезона и даже зимнего. Причем зимой мы можем сделать зимнюю композицию вот в этих вазонах. И поверьте, будет она не менее оригинально смотреться, чем летняя. Все эти модели вы можете найти у нас в интернет-магазине fitsad.ru. Те, кто украшает города, скверы, парки, зоны отдыха, различные санатории, школьные учреждения. Обратите на них внимание. Заходите к нам, делайте удачные покупки. И, конечно же, не забывайте подписываться на наш канал. И всем пока!